Всем привет! Привет! Что ты молчишь? Угадайте, где мы? Мы уже не на работе. Сейчас его ждем, собственно говоря. Mm-hmm. Сегодня они там праздновали какое-то 8 марта, чего-то там. Какое, вот. Какое-то? Типа, ты не знаешь, что это за праздник? Да, и в общем, мы с Костей предложили забрать его домой. Отвезти. Он согласился. Mm. А вот и он, собственно говоря. Смотрите, это кто я. Это. Ой, здрасте вам. Здрасте, здрасте. Привет. Как ваше ничего? Нормально. Привет. Здоров, здоров. Ну как, вы готовы? Да, готов. Поехали. Запаснее всего это за сиденьем водителя. А, ну да, то ты еще по дороге сейчас пересядешь. Да? Пересяду, да. Ты серьезно? Да. Нет, я пока уселся нормально. Ну что, поехали уже? Ой, да, мы поехали. Ну что, может на пирсе кофе выпьем еще 5 минут там? Это орехи чешу, а это кассеты. Опа! Умастился. Чего вы смеетесь? Ну закручивай ты, нормально все. Ну что, поехали мы? Да, не буду открывать. У тебя окно открыто. У меня, я крест. Я развалился. Ага. Место тут просто космос. Много, да? Ага. Да. Вы мне говорите, куда ехать. Ребята, смотрите вперед и говорите, куда ехать и где мне останавливаться, пожалуйста. Едем прямо пока. Костя, посмотри, я развалился, ага. Я вообще как в джипе просто. Я тут могу себе и поднос поставить, и кушать там. Ну так что, как ты там попраздновал? Да, наелся. Немножко выпил. Ну, кушал много. Правильно. Я, конечно, как бы не голодаю, но сегодня было столько вкусностей всяких, что... Не помогло, да? Мне нигде не поворачивать еще? Ну, можно скоро будет повернуть. Скоро это когда? Пока едем. Я же истерический водитель, поэтому ты меня предупреждай сразу. Попали в пробку. Зато смотрите, какая красота, сколько цветов. Очень много. До 8 марта. Хоп, и дяденька раз и всех нас обогнал. Скакал на велике. Всем привет! Привет всем! Сегодня у нас суббота, 7 число. И мы с Костей приехали в центр за подарками. Хотим сегодня посмотреть подарочки. Сейчас Костя еще сходит в школу, надо сходить, заплатить за эту Мифиду. Да. Хотя Даша пропустила. Ну ничего страшного. Да, и идем выбирать подарок сегодня. Подарки. Сегодня погода просто чудесная, с самого утра. Еще и мама мне позвонила, говорит, Надь, может сегодня с утра приедете? Классно было бы, если бы погода завтра еще была такая же самая. Можно куда-то на природу было, да, приехать. Если завтра будет классная погода, по-любому выйдем на природу. Mm-hmm. Все, погнали. Вот уже и Костя бежит. Я его жду здесь. Любави, привет. Что ты там, справился? Нет, короче, не было этой главнокомандующей. Заведующий. Главнокомандующий. Короче, и уже пробежался. Ну, сказали, дали реквизиты, сказали, платили через банк. Окей, договорились. Пошли искать? Пошли. Где Лена переписывается? Что там пишет? Не скажу. Так и рассказала тебе. Народу почти нету. Мать, зубы будешь? Да, сейчас там. Я же и купил. Мать, ну что, посмотрим еще тут? Пойдем, тут ничего такого нету, чего мне хотелось. Ну, пока мест нет. Поэтому ну, пошли. Пойдем в центр. Костя высматривает проект, паспорт проекта. Что это будет? Бассейн, да? Ну, вот, типа, ну, это, вряд ли это бассейн, это фонтан какой-то. Типа, написано, фонтан. Что реконструкция парку памятки, садового парка. Ага. Я не помню, что такое в истории было.
Я вот тоже они, не типа... помню. Елки взяли, посрезали, голубые были. Капец. Они уже стояли сколько здесь? Ну да. Взяли, пересадили, скажи. Так, да. Смотрите, сколько деток идет с шариками. Мы с Костей машину оставили и решили пройтись пешком. От Любавы в центр туда пройтись. Что ты делаешь-то? Погода просто прекрасная. Просто чудесная. Очень вообще классно. На улице очень-очень тепло. Пойдем, Котя. Ну, Даша с нами не поехала. Она не захотела. Не поехала, потому что не захотела. Не потому что мы ее не взяли, а потому что она не захотела. Она еще была сонная и такая вся. Она говорит, мама, нет, у меня все болит. Говорит, не могу, не хочу. Поэтому она осталась дома. Ну, мы не так долго будем. А позже, может быть, куда-то все вместе сегодня поедем. Да. Как нас ее полюбил. Нам не дано изменить все немедля, как хочешь. Изменимся мы, изменится мир. Сережка Артура. Дай ему там что-то. Дай. Слышь? Ну, держи. И, видимо, не дадаешь мне эту стеклу. Очень красиво мужчина поет. Очень. Просто. Очень-очень красиво поет. Скажи, Кость. А, я дал ей все. С твоей легкой руки. А, смотри, ну реально. Да. Ту-ту. Классно. Что, пошли? Пошли. А в какую сторону идем? Нет, давай щенка хочешь купить, Лене, или что? Там щенки, пошли в ту сторону. Уже говорил, иконы вот эти купить. Ну, на молотовную каплицу. Иконы, кресты, пусть ездит с нами. Да ну тебя. Костя, это издевательство просто с Леной будет. Я придумал Алиске. Да не гони. И вот так весь день. Не смешно. Там он стоят все подарки, которые мы выиграли. Ой, выбрали. Мы с Костей чуть не побились за Ленин подарок. Кость, меня уже раздражает эта трещалка. Ты уже Лене выбрал, хватит. Давай еще и Алисе выбери. Мы затарились подарками и для Даши, и для Кати, и для Насти, и для Алисы, и для Лены, и для бабушки, для всех. Да, для Лены Косте очень нравится. А я думаю, смотри. Осторожно. Настя любит свечи разные ставить. Вот, да. Такой няшный. Вообще прикольный тоже, да. А у этой? Ой, не доставай, ты так. А у Кати крыска. А Катя крыска вот такая. Да. Тоже как раз и нее. Да. Ну это просто статуэтка, но она прикольная. Прикольная, прикольная. Так, еще у нас цветы. И тетя Лен. Да. И набор для Даши. Все, погнали. Короче, Кость. И набор такой. Кость, не надо, потом уже дома покажем. А ну, поверни еще раз этот набор. Так и быть, покажем уже. Вот он. Это для Даши. Все. А. Давай бабушке купим на 100 гривен ливер. Да, она по 6. Сколько, да, это будет на 100? 60. Ну, короче, смотри, 6, 12. Давай возьмем 10, а то и просто оставим. 10 пучков? Да. Давай. Да, давайте 5. Есть у вас кулечек? Я не могу найти. У меня тут, смотри. А у меня вообще-то есть. Все. Все.
Дякую. Спасибо. А то вам сдача простеет. С наступающим. Спасибо. Спасибо. Я не знаю, что я буду с ней есть. Ем, но будем кушать. Будешь кубышки неделю есть ливер. Ага. Мы увидели свадьбу. И, кстати, говорят, что если ты встретишь свадьбу, то это хорошая примета. И будет, типа, удача. Сейчас я жду Виту, помните девочку ту, которая делала для меня цветы, тюльпаны к 8 марта. Вот, и я сейчас с ней встречусь, она сделала и для Лены. Она очень хочет Лене передать тоже букет. Ну и, собственно говоря, сейчас жду ее. Я думаю, что узнать ее будет нетрудно, так как я видела ее фотографии. Ну и, наверное, я ее еще узнаю по букету, по цветам. А вот идет Вита уже, видите, с букетом, с каким красивым. Привет! Привет, привет, иди, я тебя обниму. Ой, извини. Как твои дела? Отлично, да, настроение просто супер. Это хорошо, прям весеннее, видишь? Ой, какой красивый букет. Бомба ответная. Да-да-да, очень красивый, да. Я думаю, Лена будет, ну, просто надеюсь, ей понравится. Я не знаю, чего, как-то я волнуюсь. Да чего, не волнуйся. Хорошо, спасибо. Я ей обязательно передам. Лена, все, готов. Скажи мне, сегодня или завтра? Завтра, я же думаю, да? С утреца. Я думаю, завтра ей передам. Она будет очень довольна. Как ты вообще? Нормально. Да, нормально. Благодаря вашим видео гораздо... скажем так, переосмыслила свою жизнь и... Да ладно тебе, спасибо. Спасибо. Я сама иногда не уверена. Да. Джеточка, ну девочка красавица. У тебя такой красивый дом, смотри, огромный. А ты здесь сидишь, да? Ну не хочется тебе туда идти. Да? Девчонка, ну посмотри. Ну все-таки. Моя хорошая девочка. У тебя шикарнейший дом. Джетик, где моя моська? Моя моська, где? Прям разговаривает. Моя хорошая. Девочка Галюзия, где такая, да? Галюзия, Галюзия. Где моя моська? Где? Да, да, да. Обожаю. Я тебя обожаю. Обожаю, я тебя обожаю. Обожаю, красавица. Красавица девочка, да? Ой, да. Ну все, выходит, выходит. На солнышко, да? У него солнышко такое. Ох, где такое солнышко. Обожаю эту собаку. Просто обожаю. Очень добрая. Ой, не, ну Лена вообще, конечно, просто прекрасный домик. Купила ей. Заходи, Джета, заходи. Заходи, покажи. Привет, Джета, в окошко, привет. Вы видели, показала свой дом новый, да? Боже мой, какой он у тебя крутой. Посмотрите, там места все-таки очень много. Ты показала мне свой дом новый, да? С окошком. Джетулька, ты мне свой дом показала, да? Ой, ты моя хорошая. Умница ты моя, умница, умница. Умница, хорошая, хорошая. Ну ладно. Надо что-то тебе там мягенькое постелить, да? Джетик. Да, красавица. Ой, ушко зачесалось.